Это шоурум Boca Room в Дубае. Habibi, come to Dubai. Бля, какой Вовка завтрак приготовил. Вовка, ну ты ювелир. Кулинар. Мы приехали в Дубай не просто так, вот всей бандой. У нас открывается шоурум Boca Room. Прямо вот здесь, в Дубае. Это огромный будет у нас шоурум, здоровенный, красивый. И мы сегодня посмотрим, как там идет стройка. Ир, пойдем покажем квартиру нашу. Мы в этот раз сняли квартиру на Blue Waters. Посмотрите, как тут зелено, просто невероятно красиво. Еще Ирка сегодня все утро протирала вот эти вот окна. Просыпаюсь, у нас тут клининг. Она не просто так моет эти окна, нам просто нужно сделать вот здесь вот подсъем, короче, вот сюда, вот в эту сторону. А, кстати, можно было просто же туда. Нет. Не обязательно было все. Что? Что ты сказал? А думаешь, ты бесстрашный? Ну не зря же. Не зря, да, потому что мы вчера приехали, тут такие грязные окна были. Ну что, рассказывай, что тут у нас есть? У нас есть все, что можно пожелать. Это огромная квартира, у нас у каждого своя спальня. У нас тут 200 квадратов. Мы, кстати, вот здесь вообще еще ни разу не сидели. На диване тоже еще ни разу никто не сидел. Вот здесь у нас есть секретная комната. Пойдем. Шоу. Это не просто секретная комната, это секретная квартира отдельная. У этой секретной квартиры отдельный вход. Вот это прям с подъезда отдельный вход. Здесь постирочная, всякая дребедень. А вот тут, через коробки пройти, здесь даже, ну там, няня, уборщица или еще кто-то могут тут вот спать. Ремонт здесь, конечно, да. Здрасте. Привет. Михаил дома? Ты не стал шурваться? Да, тут же обычно вообще никто не закрывает дверь. Да, у меня все квартиры открыты всегда. О, у вас тут завтрак на террасе? Да. Но... Сценарий жизни, пожалуйста. Причем есть стол обеденный. А вот завтракают на низком, на журнале. Что, вот, кстати, это... видно сразу мои квартиры, вон. Видно сразу мои квартиры. Вот этот дом мой. Мы уже ходили куда-то? Никуда не ходили. Мы тут только так, до бассейна дошли. Пойдем, кстати, проводишь, покажешь экскурсию. Погнали. Посмотрим, как устроился диван Boca на Blue Waters. Я ж тут участвовал в контейнерах у Дубровского. Что, открыли уже, да? Я больше не понимаю. Крутое шоу, посмотрите обязательно. И я там выиграл машину. Что за машина? Можно посмотреть у меня в телеграм-канале. Я ссылочку оставлю. И там же в телеграм-канале мы разыграем эту машину. Переходите, участвуйте и забирайте машину. Вот, очень важно. Вообще, Олег был первый, кому приехал диван Boca в Дубае. Это была самая первая доставка, и мы там даже обосрались немножко и привезли не тот диван. Дивана было два, и один привезли чуть-чуть другого размера, поэтому нам повезло, что у нас 15 квартир, и нашлась квартира, куда он встал. А второй идеальный приехал, и мы сейчас его посмотрим. Ту, кстати, квартиру с первым диваном уже купили. О, вот это я понимаю, стоит правильный диван. Поглядите. Я, кстати, ни разу еще не видел. В синем цвете, да. Да, мы любим цвет, потому что в Дубае вообще все стесняются как-то цветов. Мы решили прям не стесняться. Как тебе диван? Да вообще бомба. Ну, то есть он, ну, то есть такой в Дубае не купить. То есть я знаю все диваны, которые продаются, вообще нет таких. И он так легко смотрится за счет того, что у нее нет боковых спинок. И он прям, ну, не перегружает гостиную. И вот здесь тоже много воздуха, и это в целом прям легко. Причем у нас клиент, который купил эту квартиру, он знал Boca. Он когда покупал, он хотел, он говорит, можете мне поставить раскладной диван, чтобы у меня могли там, если внуки приезжают, останавливаться. И мы говорим, здесь диван Boca стоит. Он такой, типа, тогда оставьте. И согласился. Мы сказали, мы с удовольствием заберем его в другую квартиру, поставим, вам сюда купим раскладной, он говорит. Ладно, я посоветовался с женой, типа оставьте. Минутка приятности. Пойдем в спальню.
Ну да, у нас здесь тоже куча поставщиков. Ну и весь вот этот декор у нас он стандартный, то есть мы его везде используем во всех спальнях. Получается, дизайн всегда примерно одинаковый. Мне задача была сделать шаблон, чтобы у меня ремонтная бригада делала 40-ю квартиру уже просто на автомате. Видишь, квартиры отличаются видом и планировкой, а мебель одинаковая. Еще очень нравится сейчас у флипперов подтягивать идеи, потому что флипперы, максимальная эффективность от интерьера выдрачивается. Вот тебе там люди говорят: ой, да ты вот здесь угол не так взял, или у тебя там розетка на молдинг попала. 3 недели от того, как мы зашли в пустую квартиру или со старой мебелью, и через 3 недели человек может заезжать и жить. А ты им еще расскажи, сколько ты зарабатываешь с одной квартиры, чтобы очень они... Для дизайнеров это очень больно. Это вообще, если честно, боль. У нас же сейчас новый проект. У нас есть девочка, которая берет квартиры, убитые просто в хлам. Ну что? О, господи. Запах еще такой. Это же вообще трэш. И что ты здесь ремонт собралась делать? Я бы здесь увидел квартиру, я бы сказал не. Ну что, показываем квартиру, да? Просто трэш. Я говорю, ты как, ты, Арина? Я бы сюда зашел и убежал. Да. Надо уметь развидеть. Она берет эту квартиру, делает ремонт за 2 месяца в такой квартире. За 1 300 000 вкладывает там 10 миллионов, да. Зарабатывает 4 миллиона на квартире, да. 40% на вложенные. И любой дизайнер такой сейчас: какие 4 миллиона? Потому что у него там, ну, там, да, сколько 600 тысяч, там, 200 тысяч заработает, да. Ну, прибыли. Спасибо тебе, кстати, за экскурсию. За рекламу дивана Бока на канале Дизайнера. Первая такая интеграция на канале. Мы дальше поехали смотреть. У нас есть квартира, которая строится в Гринс. И посмотрим, как живут люди в Гринс. Мы депортировались в Гринс. На самом деле это был самый первый зеленый район в Дубае. Он там в 90-х годах еще его построили. Никто в Дубае столько зелени не видел никогда. У нас клиент купил себе здесь квартиру. Мы там делаем ремонт. Там уже почти закончилось все. И пойдемте посмотрим, что там мы понаделали. Теневые зазоры. Их делают сейчас везде. Между стеной и полом, между стеной и потолком. Все для того, чтобы разделить разные поверхности друг от друга, чтобы создать такой парящий эффект. А ребята из компании «Свое» решили пойти еще дальше и сделали двери с теневым зазором вокруг двери. Коллекция включает в себя 5 типов дверей под разные стили. Есть и с классическим наличником, есть утопленные вровень со стеной. И вообще без наличника тоже есть. Но все их объединяет одно – наличие теневого зазора. Он повторяет теневой шов от пола и вокруг двери. Помимо дверей, компания «Свое» производит стеновые панели, гардеробы, кухни и другие предметы мебели. Переходите по ссылочке в описании, чтобы узнать больше про двери с теневым зазором. А мы продолжаем. Что, прям через 2 недели сдача? 2 недели? Всякое бывает. Ну, посмотри, Вовка, сними, какой здесь вид. Смотри. Ого, ёк твою мать. Я просто через экранчик смотрел, мне не видно. Ой, обзор вот этой квартиры нужно начинать с видео. Как она выглядела до этого, давайте покажу вам. Здесь вообще достаточно старый фон. Его мы скоро тут все снесем, сделаем красиво. Здесь вот. И как сейчас все выглядит. Посмотрите, здесь у нас нормальная шпанированная кухня. Не вот это дерьмо было, тут раньше было. Вот так вот стенка была. И там вот эта вот непонятная какая-то кухня старая была. И как это все сейчас преобразилось. Уже сейчас на ремонте выглядит лучше, чем было при покупке этой квартиры.
пам, вот тут у нас встанет диван. Это секретная разработка, на самом деле. Это секретный диван от Бока. Вообще, первый прототип, и делался он прям вот сюда, для этой квартиры. Отгрузили его сюда, в Дубай, самый первый экземпляр. У нас в шоуруме даже позже появился, чем здесь. Сейчас уже этот диван доступен, он есть и на сайте, и в шоуруме, можно посмотреть. Этот диван называется Boca Cosmo. Он такой мягкий, плюшевый, такой весь воздушный. Приходите в шоурум, смотрите на сайте, ссылку на него оставлю. Очень классный диван, мне прям кайф как нравится. Вот в этом углу у нас встает овальный стол. Мы его тоже сделали здесь, на производстве. Давайте переместимся туда. Как... Так, это у нас большой стол. На гринс поедет. Здесь, смотрите, фасочка у нас. А это что, пластиковая опора или деревянная? Здравствуйте. 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 А, металлическая вот эта пластина только. Здравствуйте. Сборная. Она вся на болтах, на вставках. Нижняя часть – это такое же дерево, это дуб. Сушеный и собранный из пламени. Блин, так а его же поведет. Это сухое, 5,5 до 6% влажности. Еле нашли. А я могу сюда сесть? В принципе, можно. Не, то, что он не сломается, это точно. Он может немножко опрокинуться. А сесть, пожалуйста. Опрокинуться? Да. Точно? 100%. Садимся? Пожалуйста. А я для противовеса. Хорошо. Да с хуя, блядь. Ему ничего не будет. Это дуб. 70. На нем можно танцевать. Он кажется, что он тонкий, но он реально, у него скос снизу большой. Это толстое дерево. Ну реально. Оно даже, кстати, не играет вообще. Проверка пройдена. Потом у нас будет висеть такая луна от Дэвид Гроппи. Это такой светильник круглый, который облеплен таким папье-маше. А вот здесь отдекорирована стена настоящим камнем. Смотрите, какой красивый, просто. Самое главное, что было, нам не давали снять плитку. Прям письмо официально Ямар выслал, говорит, вот плитка, клей на плитку. Но мы все-таки оторвали плитку и сделали тут нормальный ремонт. Представляете, уровень вообще ремонта в Дубае. Плитку на плитку клей. Вот есть объекты, на которых есть 3 слоя поклеенные. И это нормальным считается. Ну вообще где? Так, Вовка, ну вот, мы приехали на нашу новую базу. Ирка, а ну глянь. Это новая база Boca Room в Дубае. Посмотрите, вот это огромное здание. И весь второй этаж этого здания — это здоровенный шоурум Boca Room. Кстати, не только второй этаж. Мы тут буквально несколько, ну там, месячишку назад подумали, там будет не только второй этаж, а еще и первый этаж. Короче, все это здание — это Boca Room. Вы не пугайтесь, у нас тут еще идет стройка. Это вот должно превратиться в ресепшн. А где-то здесь появятся там большие надписи Boca Room. Вот. И скоро вот это вот превратится в большой красивый ресепшн. На первом этаже еще, кроме ресепшена, там будет такая зона с кроватью. И мне почему-то кажется, что кровать должна всегда идти рядом с ванной. Поэтому мы там нарисовали такую островную ванну рядышком с кроватью. Будет вообще очень круто. Когда построится шоурум, у кого есть возможность заехать, заедьте обязательно. Будет красиво. Прям кайф будет. В Дубае у нас шоурум дилерский. Наш партнер здесь — это Андрей, и он здесь отстраивает шоурум Boca Room. Полгода назад мы его нарисовали, и сейчас здесь идет вот эта вот масштабная стройка. Я реально переживал, что вот эта вот стена получится нормальной. Слушай, я думал, хуже будет. Я прям Кристине говорил, ну что ты рисуешь эту стену, они же тут в Дубае не сделают нифига ее. Блин, сделали? Они же ее еще покрасят темнее? Да, да, да. Темнее потом финально покрасят, да. Когда уже будет это, да. Нормально получилось, да? Ну, правая сторона, смотри, более детальная такая. Не, нормально, хорошо. Я прям боялся, я реально боялся. Здесь у нас будет большая зона под диван Томми, вот сюда встанет у нас. На самом деле, за полгода у нас так столько всего поменялось, и вообще куча новой мебели появилась. А мы ее сюда не запроектировали, и мы, наверное, даже делаем открытие и еще и поменяем. Распродадим старое, завезем новое. Здесь станет красивый большой остров. Вот так вот, так вот, вот так вот, вот. Вот так вот, вот так вот, так вот. Потому что я считаю, что вот, ну не может диван стоять как бы без кухни. Должна быть кухня рядом с диваном. Иначе, что это за комната странная какая-то? Здесь у нас встанет еще одна зона под диван. Здесь вот встанет Нави. А может и не Нави.
А мы, кстати, уже привезли мебель? Ну, заказали точно. Еще не привезли, уже заказали. Но заказали. Да. У нас, кстати говоря, настроена логистика, и мы принимаем заказы в Дубае. То есть мы уже начали возить. Уже вот Олегу привезли Торбасову, себе на объекты возим. Уже в целом возим в Дубай нашу мебель. Поэтому, если кто-то хочет, мы оставим ссылочку на заказ в описании. Вот здесь вот у нас встанут перегородки наши. Они будут ограничивать вот эту вот большую спальню. Вот эта спальня будет, как вы любите, с подсветкой, со световой стеной, со всеми делами. Будет классно. Вот это вот... Слушай, я такой тоже кабинет хочу. Это кабинет... Переедешь в Дубай, я тебя подселю. Да. Это кабинет Андрея. О, ну у меня наконец-то появится кабинет. А что, мы тут запроектировали только один стол? Я добавлю. Я тебе уступлю даже, не переживай. Я все время в разъездах. Здесь у нас будет кабинет. И здесь встанут два дивана Fufive. Это мой вообще, на самом деле, самый любимый диван. Они вот как-то так же встанут? Вот там они. Вот там у нас встанут. Вот два диванчика Fufive встанут у окна. Пойдем туда еще покажу. Здесь 450 квадратных метров. Здесь будет световая лаборатория. А вот это еще одна спальня. Итого у нас будет 4 шоурума. Один у нас есть шоурум в Москве. Мы сейчас как раз в нем снимаем. Второй шоурум в Питере. Если кто еще в Питере не был, приходите в гости обязательно. Это находится он в ДДА. Третий есть у нас в Алматы. Кто еще не знал, да? Но у нас там он такой дилерский, еще не то чтобы красивый. Скоро тоже им, ну, займемся и мы сделаем его красивым. И четвертый будет у нас дубайский. Еще пару городов, может, до конца года откроется, или вот так, или вот так. Ну, короче говоря, хорошей мебели должно быть много. Ждем открытия.